И мы переходим к нашему комплексу. Сегодня у нас комплекс очень коротенький, малюсенький и сильный. Есть маленький интенсивный комплекс, и вот это маленький интенсивный комплекс. Не по упражнениям, то есть их не нужно выполнять в сильно интенсивном темпе, нет. Но просто по своей структуре, по своему эффекту, он дает огромное расслабление, огромный эффект нашей, на нашу систему, на нашу эндокринную систему. Он очень восстанавливающий, и называется он комплекс от негатива. Я понимаю, что сейчас негатива, наверное, ни у кого нету, потому что начался Новый год, замечательное настроение, хорошие мысли, начинается что-то новое, но тем не менее, всегда имейте в виду, можете делать этот комплекс коротенький. Он включает в себя 6 упражнений, и половина из них медитативных, просто с глубоким медленным дыханием через нос. Мы остаемся сидеть в простой позе, и руки у нас будут идти таким образом. Гьян мудра. Большой палец с указательным обеих рук. И левая рука у нас идет наверх под углом 60 градусов. Правая рука вниз, там где коленка. И мы сидим таким образом с глубоким медленным дыханием через нос, глаза закрыты, концентрация на точке между бровями. И мы просто дышим, мантры нету никакой. Если есть особое желание работать с мантрой сатнам, сат на вдохе, нам на выдохе, пожалуйста. Мы просто сидим 2 минуты. Главное, чтобы спина была прямая, подбородок подоткнут к груди, и мы не сгибали руки в локтях. Можем начинать. Глубоко вздохнуть, выдыхаем, меняем положение рук, то же самое, только с другой рукой. Теперь правая рука идет наверх под углом 60 градусов, и мы продолжаем тот же паттерн дыхания, глубокое медленное дыхание через нос 2 минуты. La luna crece otra vez en mi alma, la luna.
остаемся сидеть в этой же позиции. Глубокий вдох. И выдыхаем. Обе руки у нас идут на колени. И мы сидим с закрытыми глазами. Продолжаем держать ген-мудру. Большой палец соприкасается с указательным. И концентрируемся с закрытыми глазами на седьмой чакре, на сахасраре, на темечке. Мы закрытые глаза закатываем назад и как бы смотрим, концентрируемся на темечке, на макушке головы с глубоким медленным дыханием через нос 3 минуты. Продолжаем, концентрируемся на макушке головы, еще 60 секунд. Можем глубоко вздохнуть и выдыхаем. Постепенно приходим в сознание. Мы концентрировались на седьмой чакре. Это коннекция с Всевышним. Нисходящий поток отсюда идет сверху через седьмую чакру вниз. И вдохновение к нам приходит, озарение, коннекция с Богом, глаз Божий, то есть голос как бы внутренний наш, голос вселенский, который как бы нам помогает жить, ведет нас, руководит нами. Все это исходит как бы через эти врата, десятые врата называются, седьмая чакра, темечко. И мы концентрировались на этом энергетическом центре. Мы можем размять немножко руки для того, чтобы у нас не было какой-то крепатуры определенной в районе рук. Следующее упражнение достаточно интенсивное, потому что мы будем держать руки 3 минуты
с огненным дыханием, ладони кверху, руки в стороны. Для этого хорошо разминаем мышцы плечей, предплечий, рук. И мы будем балансировать в себе ауру, электромагнетическую оболочку верхних чакр и нимба. Эта электромагнетическая оболочка необходима для баланса вот этих вот сфер высших, верхних чакр. И она балансируется, аура верхних чакр, с огненным дыханием. Это считается самое сильное дыхание в йоге. И выполняется это упражнение таким образом. Руки у нас будут идти в стороны, руки в локтях не сгибаются, подбородок будет подотнут груди, спина прямая, глаза закрыты, концентрация на точке между бровями, и мы работаем огненным дыханием в этой позиции 3 минуты. Огненное дыхание – это на вдохе живот идет вперед, на выдохе живот втягивается. Мы работаем мышцами диафрагмы, вдох-выдох через нос, и дыхание мощное. Если критические дни или беременность, то хорошо воздержаться от огненного дыхания, переходите на глубокое медленное дыхание через нос в этой позиции. И можем начинать. Faith is just to leave you know. Come together and we'll go through the night. Through the night. Through the calling on the consciousness. Through the calling on the consciousness. Through the Для того, чтобы выйти правильно из этого положения, мы делаем вдох, задерживаем дыхание, грудь вперед, подтягиваем бандхи, замки держим и выдыхаем, руки вниз, очень хорошо, можем опять же размять свои мышцы, потому что руки нам пригодятся в следующем упражнении. И следующее упражнение, оно очень тоже сильное упражнение для трансмутации
негатива в позитив для трансмутации низкочастотного диапазона в более высокий частотный диапазон вибрации наших энергетических центров. И мы будем переходить к упражнению лягушки. И так же, как и кошка-корова, это очень сильное упражнение для избавления от различных тенденций, инволюционных тенденций в нашей структуре. Все, что нам мешает, все, что нам не нужно, может уйти само по себе, просто упасть, отпасть из нашей жизни, и остаться только, у нас останется только то, что нам необходимо для нашей эволюции. Какие-то определенные контакты с людьми, которые помогают, вдохновляют нас, помогают нашей эволюции. Какие-то определенные паттерны мышления, паттерны поведения останутся эволюционные, которые помогают нам идти вперед, искать что-то новое, совершенствоваться. И все ненужные вещи сами по себе будут отпадать, потому что мы трансмутируем низкочастотный диапазон в более высокий.